Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня у нас не то чтобы обновление, но вот долгожданный камень появился. Значит, это камень для прорыва, богинь, слота богинь, которые заточены на 4, вот здесь вот в центре, Holy Place Awakening Stone, то есть слот пробуждения, да, камень пробуждения, вот, для слотов богини. Вот. Ранее его не было, он на русских серверах не появлялся, он был на других серверах. А вот на русском он появился вместе с Хэллоуином. Спасибо ребятам, они предоставили мне чара, на котором есть богинька плюс 4. И также они купили нужные айтемы для того, чтобы взять этот камень. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Это вот такой вот камень, Holy Place Awakening Stone. Он помогает для прорыва. Честно говоря, я даже не знаю, что будет, когда мы его купим и сделаем прорыв, что поменяется, откроется просто слот или что-то еще. Поэтому это как бы на видео сразу же впервые. Вот, мне разрешили, я покупаю этот камень, главное не ошибиться, потому что будет вообще... Так, Holy Place Awakening Stone, все правильно. Так, exchange. Один камушек. Есть. Идем дальше в слоты. Так. Опа. И что мы видим? Значит, после прорыва добавилось еще два слота для богинь. Да. Так, я ничего не буду ставить. Также еще два слота открылось для артефактов. В секретных открылась еще возможность проточки. Ух ты, ё-моё, до плюс 6. Еще два слота можно открыть. И это дополнительные бонусы. Но секретно не так интересно, как то, что сразу же мы получили еще два слота для богинь. То есть у нас вот теперь на 6 богинь. Это овер дофига на самом-то деле. И самое интересное, это не то, что 6 слотов богинь, а то, что 6 артефактов. А артефакты очень сильно дают бонус. То есть мы сейчас сюда же можем комбинить, добавлять еще какой-то комбо с двух артефактов. И это будет прям ого-го. Вот, и в принципе очень круто, но эта история, честно говоря, очень донатная, потому что на плюс 4 проточить это надо очень много купить слотов одинаковых для того, чтобы проточить на 4, соответственно. Вот, и получается, что не каждый сможет, это только для овердоната. Но это очень сильно бустит, особенно в основе. Вы получаете артефактами бешеные статы, и прям персонажи преображаются. Я представляю, что сейчас будет твориться на топах. Они реально сейчас бустанутся на несколько миллионов сходу. Ну, тех, кто могут себе позволить. Вот, в принципе, это все. Я, в принципе, думал, что там просто откроется один слот для богинки, но он, видите, как мы уже можем заметить, то есть открывается сразу два слота богинь, два слота артефактов сразу же вам доступно. Ну и доступна проточка далее на 5 и на 6. При этом при проточке получаем дополнительные бонусы. Вот. Это, в принципе, все. Такое коротенькое видео. Я думаю, больше нечего добавить, то есть... Все донатеры ликуют, наконец-то появился камень. Сейчас доступно всего 3 камня в этот Хэллоуин. Но 3 камня из 4, у кого проточенные, то это прям очень мощно. Вот, в дальнейшем еще будут другие видео по обновлениям. Возможно, скоро будет обзор на хорошего топового мага. Посмотрим, как получится. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.